За ходом строительства ясли-сада в самом центре Нарьян-Мара наблюдали все заинтересованные жители города. Стройка социально значимого объекта завершена. Остались последние штрихи, после чего дошкольное учреждение распахнет свои двери перед воспитанниками и их родителями. Накануне этого события на объекте побывала съемочная группа телеканала «Север». Подробности далее. Контракт на возведение ясли-сада был подписан с подрядчиком «Стройуниверсал» в 2020 году. Напомню, объект возводился в рамках национального проекта «Демография». На его строительство было выделено 62 миллиона из федерального бюджета и 216 миллионов из окружного. Ясли-сад «Ромашка» успешно прошел процедуру по вводу в эксплуатацию. Сейчас идет финальный этап – передача прав собственности от подрядчика Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. У нас полностью все готово, именно материально-техническая база, именно то, что сейчас в детском саду мы сейчас видим, все готово к открытию. В настоящее время мы завершаем все процедуры именно в части документов, и в начале апреля, как было поручение Юрия Васильевича Бездудного о том, что в детский сад должны уже пойти дети. Новый ясли-сад полностью оборудован, в том числе и по программе «Доступная среда». Тактильные вывески и плитка, специальный туалет. На данный момент в садике проводится уборка помещений, чтобы малыши уже в апреле смогли пойти в чистый и новый садик. Закуплено все необходимое оборудование, мягкий инвентарь, игрушки, посуда, все имеется. Персонал тоже у нас имеется для работы с малышами. Ясли-сад «Ромашка» рассчитан на 60 воспитанников. Всего в новом учреждении будет 4 группы. По словам Антона Пустовалова, ясли-сад готов распахнуть свои двери для маленьких нарьян-марцев. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».